В Ленинском округе продолжается ремонт медицинских учреждений. В планах к концу года привести в порядок туберкулезный диспансер в Видном и 4 амбулатории. Работы уже начались в фельдшерско-акушерском пункте поселка Дубровский. Там полностью заменят коммуникации, отремонтируют стены, полы и потолки, закупят новую мебель и оборудование и установят новые двери. Кроме того, на базе ФАПа оборудуют аптеку. Капитальный ремонт обойдется в 3 миллиона рублей. Завершить реконструкцию планируют к концу ноября. Еще одно медучреждение, где уже вовсю кипит работа – детское отделение амбулатории поселка Володарского. В детском отделении также проведут полностью ремонт с заменой и технической составляющей, и с, значит, покраской там и стен, и освещение, и отопление. И для наших детишек будет также комфортно, значит, пребывать в стенах нашей амбулатории. Уже к 1 сентября завершатся работы в детской поликлинике Видного. Там установят новые раздвижные двери для удобства родителей с колясками. Кроме того, косметический ремонт проведут в офисе врачебной практики в Расторгуеве. В планах заменить плитку, напольное покрытие и входную группу. Также к концу года обновят кровлю и отдельные кабинеты амбулатории Бутово-парк. Неоднократно у нас амбулатория Бутово-парк затопляла, и была даже поломка флюорографического рентгенаппарата именно с того крыла. Как раз будет проведена все замена, и те косметический ремонт, где пострадали кабинеты данной амбулатории. В текущем году также появятся новые медучреждения в жилых кварталах пригород Лесное, Зеленые аллеи и Восточное Бутово. Сейчас в них ведутся ремонтные работы силами застройщиков.